близко! Тот еще бассейн. Слушай только мой голос. Представь себя в зимнем лесу. Меня. Дыши! Почему? Мои системы отрубились. Я провела диагностику. Те же симптомы, что у Хендрикса. И, видимо, у команды Тейлора. Симптомы чего? Полагаю, и из секретного проекта. Скакнул в сторону органики. Твой ПНИ послужил дверью. Он появился в объектах эксперимента. Теперь он внутри тебя. Медленно поглощая и сводя тебя с ума. Насколько медленно? Может, дни. Может, часы. Это распределительная система. Коллективный разум. Растущий из опыта всех, кого он заразил. Он пожирает их. Послушай. Как бы он ни работал, чего бы он ни хотел, я все еще я. Тейлор. Мы найдем его. И если нужно будет пустить пулю ему в лоб, я это сделаю.
Он не единственный. Если придет время, я сделаю то, что нужно. Мы найдем другой способ. Подальше от военных, от армии, от ЦРУ. Есть места, где мы будем в безопасности. Прошу, послушай меня. Останься! Что-то глушит наш сигнал. Мы засекли движение в вашу сторону. Что-то здесь не так. У меня такое же ощущение. Соберись. Приготовь оружие. За мной. Кейн, как слышно? Группа целей направляется к вам. Убирайтесь оттуда. Тейлор и Моретти. Они знали, что мы придем. Кейн, вам нужно идти. Они пытаются вас окружить. Как поняли? Они закончатся! Атака нельцев беспощадна! Мы пытаемся занять плацдарм! Нужна поддержка с воздуха, чтобы мы зачистили платформу. Остаешься или идешь со мной? Какие у нас шансы найти Тейлора? Зачистим пост управления и получим доступ к сообщениям системы безопасности. Кейн отправит их на интерфейс. Ясно. Мы обеспечим поддержку во что бы то ни стало. Еще вертолет Никса! Нельзя подпускать их к коллектору! Понял, мы на пути к вам. Вижу их. Несколько самолетов. Иду на перехват. Поняла. Тоже вижу их. Атакую. Мне нужно выстрелить. Они слишком маневренные. Прицел зафиксирован. Стреляю. А он неплох. Осторожней! Готов! Я разворачиваюсь! Пытаюсь оттеснить его к коллектору! Они слишком быстрые! Нужно нацелить ракету! Сладких снов! Хендрикс, что у тебя? На солдат Халиля набирают у пункта управления. Можем потерять Тейлора и Моретти. Мы
не дадим этому случиться. Все силы на поддержку армии внизу. Скали, мы прикроем твоих солдат. Прорывайтесь. Мы не справляемся. Засуха привлекла пиратов к платформе. Протоколы защиты настроены так, что в случае прорыва ключевые зоны укрепляются, а отсеки блокируются. Блокируй, Халиль! Быстрее! Сейчас! Моретти пока там. Но это еще не конец. Кейн, как нам лучше всего туда добраться? Ну, эти протоколы защиты только что отделили его от вас армированной дверью. Есть предложение? Моретти все еще в ангаре. Солдаты Халиля уже выдвинулись туда. Понял. Мы присоединимся к ним. Гермес 3, это Ворон 1. Жду указаний. Прием. Ворон 1, это Гермес 3. Данный по позиции. Прием. Ворон 1 сейчас на позиции 1-6-4-3-2-0. Гермес 3, прием. Ворон 1, конец отчета. Отбой. Атакуем МТ. Положение цели Калибакс 4F. Даете добро.
Кейн, каков твой план? Перебросьте канаты и спускайтесь вниз. Между ними и нами все еще стоит бронедверь. Об этом я позабочусь. Да что с тобой не так? Ты не в себе, Хендрикс. Внутри тебя что-то есть с тех пор, как ты подключался к Диазу. То же самое, что внутри Тейлора. Ты упускаешь из вида миссию Тейлора! Что? Тейлор выдал секреты, которые ведут прямиком к прогнившей сердцевине ЦРУ и Союза Уинслоу. И поэтому он наша цель. Нет! Кейн просматривала данные нашей диагностики. Кейн? Да, она дергает за ниточки и все время дергала, потому что она и есть гребаная ЦРУшница. Хватит, Хендрикс! Что? Ты мне не веришь?
Ты сохнешь по ней, что ли, а? Строишь планы на домик за городом и идеальную семейку? Я давно говорил, что ей нельзя доверять! Ты совсем теряешь голову! Она морочит мне голову! А что насчет твоей спичечной головки? Слышите в свое сердце, покой. Враги прямо под...